Если у нас мелочь-то десятки, сколько бедных людей собралось. У нас есть донейшн, мы получили несколько донейшенов. И сегодня, сейчас я прочитаю имена. Сегодня день рождения одной девочки, тоже просили или напоить чаем, или раздать сладости для детей. И вот такие вот раджастанские музыканты. Намасте. Намасте, сайрам. Мы сейчас находимся в драмсале. За нами вот там вот Гималаи. И мы находимся в темпле Далай-ламы. Тут его резиденция, тут его дворец. Вот. И мы получили несколько донейшенов, пока мы были в Шринагаре. И сегодня я хочу поблагодарить всех, кто прислал эти пожертвования. Мы их используем и в процессе своего путешествия кого-то кормим, поим, раздаем самым бедным людям деньги. Вот спасибо вам всем. Я просто хочу сказать сейчас имена, прочитать тех, кто прислал. Наталья Окунева попросила, если можно, сделайте от меня какое-нибудь пожертвование в храме на ваше усмотрение. Наталья, спасибо вам большое. Мы сделали пожертвование сейчас вот в буддийском храме здесь, вот там. И дальше будем и бедным, и чай раздавать, и детям конфеты, и какую-то посильную помощь оказывать от вашего имени. И вот, конечно, молиться и крутить молитвенные барабаны, в которых тысячи мантр написаны, лежат внутри бумажки «Ом Мани Падме Хум». А также сегодня день рождения у девочки Настя Соболь. И мне прислала ее бабушка письмо, что «Здравствуйте, завтра у моей внучки день рождения. Могу ли я обратиться к вам с просьбой, чтобы вы или гирлянду для ганешика, или для бедных чай, или для детей конфетки, или по вашему усмотрению?» Конечно, с удовольствием мы все это сделаем и для Насти Соболь, и для ее бабушки Марина Шайденко и для дочки Марии. Поздравляем, Настя, поздравляем с днем рождения. Расти хорошей духовной девочкой. Здрасте. Здрасте. Угу. Также был перевод от Ирины Говердовской. Ирочка, я вам денежку небольшую отправила. Распорядитесь, как посчитаете нужным. Перевод от Ирины Борисовны Г. Спасибо большое, дорогая Ирина. Инна Шивалова. Ирина, здравствуйте. Вы относили на дерево желаний мое письмо. Ранее у меня не было возможности отправить перевод. Сегодня отправила 300 рублей через посредника на вашу карту, которую вы указали под видео. Спасибо большое, Инна. Все переводы доходят. И даже вот пока мы были в Шринагаре, у нас не было телефонной связи. И когда я проверила потом свой счет, там оказались несколько переводов, которые я даже не знаю от кого. Они просто уже были на моем счету, но никто не написал. Поэтому, если вдруг я ваше имя не сказала, все равно ваши деньги дошли. Спасибо всем огромное. Также прислали деньги Жанна Хан, Лена Хохлова, Настенька. Ну, так подписывается девушка. У нее другое имя, но она себя просит называть Настенькой. Спасибо большое, Настенька, и Жанна, и Лена. Ольга Быкова. Здравствуйте, перевела вам маленькую сумму благотворительность. Правда, сумма очень скромная. Ждите в течение 5 суток, должны поступить. Спасибо большое, Ольга.
И, как я говорила, Наталья Окунева. Еще раз я всем вам выражаю признательность, спасибо огромное. Пусть в ваших жизнях будет счастье, здоровье, процветание, благосостояние, гармония душевная. Всем моим зрителям я желаю удачи. Пусть сбываются ваши мечты. Пусть будет мир в ваших семьях, в ваших странах, городах, душах. Мир и гармония. И даже если у вас другая религия, то все равно Бог един, истина едина. И в каком бы храме мы не просили друг за друга, за себя, за свои семьи. Это не важно. Бог услышит в любом храме, в буддийском, в мечети, в христианском. В джайнистском, в зороастрийском. Везде, везде нас услышат. Потому что Бог – это любовь. Счастья вам и любви. Спасибо всем. Здесь можно заплатить донейшн и зажгут твою свечу за твои желания. Здесь, да, здесь нельзя зайти вовнутрь. Здесь там специальные люди работают. Но они вот эти... Ага. Да, I washed. Вот из этих донейшенов, что там оставляешь деньги, они зажигают эти свечи. И мы оставили свой донейшен в этом храме. И будут зажжены ваши свечи в темпле, в храме Далай-Ламы за исполнение ваших желаний. Вот мы нашли храм с Ганешей, с Кришной, со всеми. И опять мы от тех людей, кто присылал донейшн, мы здесь сейчас оставим пожертвования. Здесь и Ганеша, и Хануман, и Шива, Парвати, Шивалинга. Даже это мы нашли, потому что я обещала для девочки, у которой день рождения, сказала, да, мы что-то пожертвуем Ганеше. Если найдем, то цветочки. Но нам сказали, что сейчас не купить здесь цветов. В Драмсале их не продают так, как в других районах. Но мы оставили деньги, и Саши делает абишеку. И еще хотела сказать... Дорогие друзья, вот мне часто пишут, что так хочется что-то пожертвовать, но самим жить не на что. Я всегда говорю, что делиться надо от избытка или от достатка. Если не на что самим жить, то это очень важно выживать. Не нужно сожалеть, не нужно извиняться, не нужно... Бог обо всех позаботится. Кто у нас всем руководит? Бог у нас всем руководит, поэтому... Даже не переживайте. Это сандал. Вот так они делают. Very nice blessing. Blessing.
И еще раз абишека. Пусть будет мир во всем мире. Мне так приятно, что все храмы рядом, все храмы, какое бы ни было место, мусульманское, но обязательно найдется и индуистские храмы, и сикхские храмы, и христианские. И также здесь, по большей части, здесь буддийские монастыри, но тем не менее очень много мест всех религий, потому что Бог един. Бог един, и особенно здесь люди это понимают.